Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Ви згадали про те, що в стані ворога, особливо вагнерівці, Пригожин трошки хвилюється, трошки нервується. Сам Пригожин каже, що Збройні сили України зібрали 200 тисяч, а можливо і 400 тисяч живої сили. Пане Роман, наскільки можна цій інформації вірити? І якщо моделювати ситуацію, 400 тисяч бійців, героїв наших, скільки треба техніки і що з цим, з такою кількістю живої сили ми можемо зробити на фронті? Пригожин оперирует информацией из широкого, это не закрытая информация, это широкого доступа. То есть он, понимая примерное количество наших войск, а у нас сейчас объединенных сил больше миллиона человек, понимая где-то как минимум треть из этого количества находится на линии фронта, выполняет определенные задачи, он и говорит именно эти цифры. То есть в районе 400 тысяч человек у нас сейчас на линии фронта противостоит российской агрессии, и, естественно, не все могут задействованы, вернее, даже однозначно не все будут задействованы в наступательных действиях, выполнять свои задачи на тех участках, на которых они дислоцируются. Потому Пригожин здесь общие цифры выдает в эфир, а вот реальные цифры, которые будут оперировать наш генштаб, а это, естественно, никакой Пригожин точно не узнает. 400 тысяч человек, пока еще нет у нас сил и средств для того, чтобы их полностью вооружить для наступательных действий. Это прекрасный Пригожин знает, да и все, и, кстати, из этих документов это вытекает. Около 100 тысяч человек, скорее всего, будут использоваться для наступательных действий. Это самый оптимальный вариант, это несколько корпусов, 3-4-5 корпусов, от 3 до 5 корпусов, которые будут выполнять наступательные действия. Около 3 корпусов будут идти вперед, прогрызать линию фронта, ну и по корпусу, как минимум по корпусу, будет удерживать фланги. Это по основным направлениям. Оставшиеся 300 тысяч человек будут выполнять задачи либо оборонительные на некоторых участках фронта, либо наступательные на второстепенных участках фронта. Потому, с одной стороны, Пригожин в этом смысле прав. Все 400 тысяч человек будут участвовать в наступательных действиях. Пане Романе, хотілося б перейти до карти бойових дій і продемонструвати наступне. От певні військові аналітики кажуть, що яка мета в росіян і чого варто нам побоюватись. Суть в тому, що вони зібрали велику кількість живої сили в районі Креміної. Вони хочуть рухатись в бік Лиману, змикати від Соледару Сіверськ і далі виходити безпосередньо на Слов'янськ. Наскільки реалістичні такі от плани окупантів? С военной точки зрения это хороший план, если вот, допустим, любой генштаб, который планировал бы наступательные действия, именно это самый оптимальный план российского наступления в районе Луганской области, как минимум. То есть наши войска, они находятся в таком триречии, я бы даже сказал. Оскол, Оскольское водохранилище с севера на юг идет, река Оскол впадает в Северский Донец. Вот если карту чуть выше показать, от Купянска до Лимана практически идет Оскольское водохранилище. Это река Оскол. Дальше правее идет река Красная от Сватова до Кременной. От Сватова до Кременной идет река Красная. И обе эти реки впадают в реку Северский Донец, которая идет уже с запада на восток. И вот такой, можно сказать, географический котел, в котором сейчас находятся наши войска. Его, с одной стороны, сложно оборонять, и имея определенное количество сил и средств, его легко выдавить наши войска. То есть россияне именно этим и будут пытаться заниматься. Они, в принципе, этим занимаются уже четвертый месяц. Почему вот в Кременной, даже здесь вот видно очень хорошо, кстати, показано сосредоточение войск. У них здесь задача стоит с востока на запад, в сторону Лимана, выдвинуться, выдавить наши войска за Северский Донец, начать нависать на Славянском. И та же самая картина примерно из-под Валуи, Купянска, вдоль уже Оскольского водохранилища двигаться на Лиман.
То есть это есть понимание нашего генштаба, именно вот такой глобальной стратегической задачи у россиян выдавить наши войска из вот этого Триречья. Там еще одна река Жеребец идет, она идет в районе Торского, между Лиманом и Кременной. Да, вот эта речка Жеребец. Она также удобна для обороны. Наши войска ее и будут занимать, если вдруг будет масштабное движение россиян. Вот у россиян проблема форсировать эту реку. Она сама по себе небольшая, но там сеть запруд, даже вот на карте видно такие гладь воды, ее очень сложно будет штурмовать. Потому используем здесь водные преграды в качестве определенных линии обороны. Ну, а россияне будут пытаться, конечно, двигаться. Вот в ближайшее время чуть подсохнет. Я думаю, вот это несколько, больше сотни тысяч человек здесь сосредоточено у россиян. И техника, пока техника на второй линии обороны в районе Старобельска. И Счастье вдоль реки Айдар. Да, вот в этом месте они сосредоточены. Но я думаю, как только подсохнет, они технику перебросят на первую линию фронта. И нас еще ждет где-то под конец месяца попытка наступления россиян как раз на вытеснение украинских войск из вот этого природного междуречья, между Осколом, Северским Донцом і рікою Красною. Пане Романе, на завершення цієї теми і розмови про лінію бойового зіткнення навколо Лиману і в бік Слов'янська. Наскільки загрозливі є плани окупантів для Збройних сил України? Не опасні. Діло в тому, що навіть якщо можемо представити собі незбиточне, росіяни вийдуть на Лиман, вийдуть на Сєверський Донець, то якраз западний берег Сєверського Донця від Слов'янська, він вище. Его удобно удерживать. Мы его удерживали первые полгода наступательных действий России. Они так через Северский Донец и не перешли. Они удерживали Лиман, они вышли на Лиман, но уперли в Северский Донец, мы их остановили. Если мы их остановили год назад, то, поверьте, вот это то, что от них сейчас уже осталось, мы однозначно остановим. Это еще раз, это такая фантастическая уже программа для россиян. Они реку Жеребец вряд ли перейдут. Пане Романе, і одна з найгарячіших точок – це є Бахмут. Якщо ми глянемо на супутникове знімок, аби краще бачити і вулиці міста, бачимо, що ворог зайняв центр міста, зайняв, от є в нас стадіон «Металург», вже під ним «Авангард» ще тримається. Скажіть, будь ласка, і бачимо, що важко, попри те, що фланги вони не можуть звужувати, але ми помаленьку відходимо. І багато бійців безпосередньо з самого Бахмуту розповідають, що бої тривають, як в комп'ютерних іграх. Якщо говорити про вулицю Чайковську і Корсунську, ось тут, в районі стели Мі-17 літака, то кажуть, що там все вкрито 200-ми вагнерівцями, безпілотниками. Як ви вважаєте, є загроза того, що найближчі дні Збройні сили України таки доведеться вийти вкрай аж на західні околиці міста? Ну, дело в том, что мы и сейчас на западных, то есть мы от центра отошли, в основном удерживаем западные окраины города, это высотные здания. Высотки, которые можно оборонять, пока они полностью не разрушены. Россияне как раз этим и занимаются. То есть мы обороняем высотную часть города до того момента, пока от высотки не остается, ну, максимум по колено бетона, они все-таки разносят. Здесь в районе Бахмута количество боеприпасов, самолетовылетов, оно не уменьшается. Применяют российские войска по нам эти средства поражения. Потому отходим, как раз отходим только из-за того, что невозможно уже удерживать некоторые полностью разрушенные высотки или кварталы. Ну, я не думаю, что это будет, допустим, массово или полностью будем выходить из Бахмута. Дело в том, что как раз вот эти рубежи, вы здесь правильно говорите, подойти к трассе они просто не могут. Там у нас хорошая система обороны. Трасса эта, которая идет с Константиновки на Бахмут, а дальше переходит в улицу уже по Бахмуту. Это на этой улице расположен и самолет. Вот Чайковского, да. Да, да, это улица Чайковская, она уже идет по Бахмуту как Чайковская, но это трасса, как раз, которая идет с Константиновки на трассу Дебальцево-Славянск.
и дальше выходит, то они подойти к ней не могут. Попытки вызывают очень большие у россиян потери. Там хорошо пристреленные, плацдармы. Потому я не думаю, что мы вообще оставим Бахмут. До наступления остались считанные недели, а наши наступательные действия в любой точке, в любом точке линии фронта, они вызовут обратную реакцию россиян. Они сначала остановятся, а дальше начнут отходить на линию обороны, уже ту, которую за собой будут оставлять.